волнительное, но в то же время очень приятное. Прежде всего, что как коренной спартаковец я оказался в этих же рядах, которые возглавляли ведущие хоккеисты, звезды нашей команды, звезды мирового хоккея, Майоров, Старчинов, Якушев, Зингер, Зимин, ну можно множество перечислять, и вот я тоже оказался с ними в одном ряду. Если бы не «Спартак», что бы с вами было? Ну, как говорил Зимин по поводу, что он изобрел бы, я, наверное, тоже бы оказался бы в «Спартаке», но в каком-либо на «Спартаке», тем более все мои детские годы прошли другой стадион под названием «Спартак-2». Если вспомнить вот самый памятный, самый яркий для вас сезон в «Спартаке», это что будет? Ну, очевидно, первые шаги в «Спартаке» – это прежде всего, а потом чемпионский сезон 76-го года. После этого, к сожалению, мы ничего не выигрывали. И, наверное, последний вопрос. Какими глазами вы смотрите на нынешний «Спартак»? Что вам нравится, что не очень? Ну, в этом сезоне мне нравится, как команда играет. Появился как раз вот Вадик Ипанчинцев тоже из той когорты, где не возбраняется импровизировать. По-хорошему. Ну, я думаю, что он команде это донес, и сейчас мы видим, что, в общем-то, потихонечку мы выруливаем ситуацию.